Добро пожаловать в Stronghold Crusader 2, мой вассал. Очень разумно, повелитель. Здесь вы научитесь управлять своим замком в пустыне. Чтобы перемещаться по карте, переместите указатель мыши к краю экрана. Хорошо, мой вассал. Очень хорошо. Вращайте колесо мыши, чтобы изменять масштаб, и нажимайте его для вращения карты. Попробуйте сделать это сейчас. Прекрасная работа! На ваших складах хранятся материалы для строительства других зданий. Нажмите левой клавишей мыши значок «Склад», найдите ровный свободный участок пустыни и нажмите левую клавишу мыши еще раз, чтобы установить его. Превосходно! Дерево переправлено из ваших начальных припасов на склад, и теперь оно доступно для использования в строительстве. Строительство других складов позже принесет другие начальные припасы. Для настоящего роста замка нам нужны крестьяне, сир. В данный момент мы не популярны, и крестьяне стремятся покинуть наш замок. Нажмите область популярности, и мы исправим ситуацию. Уровень налогов не помогает нам, сир. Снизьте налог до уровня без налогов, и это поможет вернуть крестьян. Хорошая работа, повелитель. Теперь у нас положительная популярность, и это значит, что крестьяне возвращаются в замок. Чем выше популярность, тем больше их будет прибывать. Однако, если мы снова станем непопулярными, они покинут нас. Потому что крестьяне очень непостоянны, сир. Сир, мы можем еще больше увеличить нашу популярность, если мы будем кормить наших крестьян. Нажмите значок «Продуктовые здания». Сир, теперь нажмите левой клавишей мыши на значке «Амбар», а затем нажмите еще раз, чтобы установить его. Отлично! В амбар доставлены начальные припасы. Теперь мы можем поощрять наших крестьян, установив для них щедрое питание. Установите уровень питания в средствах управления популярностью на уровень «Обычный сир». Превосходно! Теперь у нашего костра есть работники, которые ожидают приказов. Давайте отдадим им распоряжение, нажав значок «Промышленные здания». Теперь нажмите значок «Лагерь лесорубов» и постройте два лагеря рядом с пальмами. Когда вы закончите, нажмите правую клавишу мыши, чтобы прекратить установку зданий. Прекрасная работа! Обратите внимание, незанятые крестьяне автоматически становятся лесорубами,
Сир, это очень удобно, потому что крестьянам для строительства деревни обычно нужно много дерева. Проблема прямо за углом, сир. Нажмите левую клавишу мыши на построенном ранее амбаре, чтобы открыть его информационную панель. Проблема с питанием для наших крестьян, сир, состоит в том, что наши запасы истощаются. Мы можем уменьшить уровень питания или купить больше яблок, но я предлагаю начать выращивать яблоки прямо в замке. Чтобы перейти к меню строительства, мы должны сначала закрыть отчет амбара. Сделайте это сейчас, нажав левой клавишей мыши в любом месте на площадке или используя значок закрытия панели. Посредственно. Теперь давайте построим и пустим в работу наши яблочные фермы. Нажмите значок «Продуктовые здания» и постройте 3 яблочные фермы на зеленой траве оазиса. Все фермы нужно размещать на плодородной земле, мой вассал. Вы поймете, что контроль над этими ценными зонами является крайне важным здесь, в пустыне. Отлично, сир! Наш амбар скоро заполнится яблоками. Однако, одна из наших яблочных ферм бездействует, потому что мы задействовали всех свободных крестьян. Но, несмотря на нашу популярность, крестьяне не придут, потому что для них больше нет места. Цитадель дает место для жизни 8 человек. Если вам нужно больше крестьян, вам следует построить хижину. Нажмите значок здания города и постройте хижину. Учтите, что чем дальше от цитадели строится хижина, тем меньше в ней будет жилых мест. Крестьяне любят жить рядом с вами, сир. Хорошо. Гениально, мой вассал. Вы решили проблему с населением. Конечно, чем больше крестьян, тем меньше остается яблок. Но давайте не будем волноваться об этом сейчас. Нас ждет последний урок. Нажмите значок «Военные здания» и постройте бараки, сир. Давайте вооружим несколько крестьян. Превосходно! Сир, теперь нажмите левую клавишу мыши на бараках, чтобы открыть их интерфейс. Пока мы не делаем оружие, мы можем вооружить крестьян только простыми инструментами. Теперь нажмите и создайте 5 новобранцев, сир. Прекрасная работа! Как раз вовремя, сир. Похоже, рядом с деревней появился кровожадный лев. Это оказывает плохое влияние на популярность наших замков. Давайте убьем этого льва и восстановим спокойствие в замке. Выберите своих новобранцев, удерживая левую клавишу мыши и заключив их в квадрат. Да. Великолепно! Теперь нажмите правую клавишу мыши на карте, чтобы переместить выбранные войска в выделенную зону, сир. Потрясающе!
Прекрасная работа! Теперь наши люди находятся на расстоянии атаки. Поэтому нажмите правой клавишей мыши на льве, чтобы приказать солдатам атаковать его, повелитель. Рановато еще, нет? Да. Стоять там! Чего? Ладно, ладно. Добрый день, Ваше Высочество. Только шлем себя не снимайте, ладно? Да. Ладно, ладно. Только шлем себя не снимайте, ладно? Уходим. Доброго утречка. Милорд. Потрясающе. Так точно. В путь. Отлично, сир. Я вижу, вы настоящий лидер. Сир, я думаю, что моя работа здесь завершена и обучение закончено. Вы хотите остаться здесь еще ненадолго?